уважаемые подписчики, зрители канала, кто еще не подписался, подпишитесь на канал ТВ Маэстро, пишите комментарии, ставьте лайки, не забудьте нажать колокольчик, будете в курсе событий, происходящих на канале. Канал Добрых Дел, помогаем людям, попавшим в беду, оказавшимся на улице, безработным, инвалидам и другим замечательным нашим друзьям. Всего хорошего, приятного просмотра. Подпишитесь на канал. Привет, мои дорогие подписчики. 7 утра. Не выспался ни хрена после вчерашних стримов. Короче, иду искать этого полковника. Домой отправлять. Ни кофе не попил. Сейчас куплю себе кофе. Идем, короче. Уже солнце, жара, все замечательно. Так, кто у нас сидит с утра? Мой кофе. Здравствуйте, граждане бандиты. Доброе утро. Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Теперь вот старый, давай. Я тебе сказал, он не будет никогда врать. Он сказал, значит, будет делать. Теперь поднимите, выкиньте и сдавать домой. Давай. Вот человек. Сейчас покурим и пойдем. Бля, какой перевод, человек? Я деньги ему отдал. Вот он что придет. Че, Кирюх, как там вчера? Куда ю? Пошел нахуй эту загрузку и ебну, блядь. В рот увалился, и все, блядь, ноги, блядь, давай мне закидывай. Рядом лавочку, блядь. Ты его что-то не видел? Не. Я положу мой рюкзак, сын, блядь, кроссовки, он все поснимал. Думаю, что дворик не знаю. Притолгу. Трясогузка. Трясогузка, Юра. Сейчас, пусть, сейчас, покурим. Хочешь покурить? А? Домой хочешь? А можешь с нами будет? Ну и нахуй, да, слава. А жопу. Бля, как я с ним поеду, на? Как я с ним поеду, не знаю. Как? А бывает же, что это нет, не упал. Серванти, посмотри, мань. Я все просто... Влажные салфетки. Сейчас едем. Вот, я же сказал, он приедет. Манька, не приставал к тебе, товарищ полковник? Нет. Ты у нас... А, был, да? Пизды валит. А что говоришь сейчас, пизды валит этот? Пизды валит, все после батьки. Пизды валит. Бля. Ай, спасибо. Так, гроссмейстер наш, что там, спит? Наебал меня вчера 2-1. 2-1. Три партии сыграли, две он выиграл. Я тебе сегодня мстить буду. А что было? Доброе утро. Почему ты так дорогой, да?
Что ты? Поел, попил? А? О, братское сердце. Спасибо. Так, а у меня, походу... Ладно, сейчас разберемся. Маски нету, блядь, в метро. На свадьбу будем собирать, да? Да, на свадьбу. Собираем на свадьбу, ребят. Аслана и Манюньки. Все, Манька согласна. Сейчас я кофе допью, пусть он походит хоть это, привыкнет к ходьбе, а то все сидит, лежит. Время? Сейчас. Готовится к пиздюлинам от жены. Блять, у меня нету маски. Что делать? Подобрать ли? Кто это укусил? Какие-то маленькие мушки в Москве кусаются, короче, такие волдыри остаются, как 4 комара кого-то укусило. Ё-моё. Кстати, вот Матрёна Кошкина, для вас немножко информации. Видели, да, то, что я эту масочку подобрал? Я ее, в принципе, не одевал, это так, на случай зайти в метро, чтобы полиция не остановила, не оштрафовала. Но я ее подобрал в людном месте, то есть не постеснялся, не побоялся. Я думаю, стеснение – это одна из форм страха. Попробуйте, вы вчера спрашивали, как избежать, побороть страх. Попробуйте в людном месте поднять монетку или что-то с пола. Снова. Казанский вокзал. Так, а. Так, камера. Да. Дальнего следования. Точно. Сюда. Так. Сюда, да? Сейчас найдем кассы. Вот, кассы дальнего следования. Время у нас 35 минут. В принципе, успеваем. Батя немножко тормозит с похмелья. Но ничего. Идем брать билет. Билетик. Билетик кино. Тарара. Надо ему хоть воды купить. Федорович, тебе надо хоть полторашку воды купить. Воды надо хоть полторашку купить. А то засохнешь там, пока доедешь. Пиво, ну давай. А тут, наверное, продается оно пиво. Продается здесь пиво? На вокзале. Все. Пошли, пошли, пошли. Уважаю, уважаю. Ты меня уважаешь? Мистер Картошка. Блять. Кафе. Встреча. О,
Греция, Греция, какая встреча. Пойдем вон. Здрасте. А можно у вас что-нибудь приобрести? А то вы так смотрите на нас. Дайте нам, пожалуйста, полторашку с газом, святой источник, холодненькую водичку и бокал пива. С газом. Пиво крепкое. Банку охоты. А есть энергетики у вас какие-нибудь? Ну давайте, давайте. Девятый вагон, 24 место. Встречайте, товарища подполковника. Двухэтажный вот такой тепловоз. Водички купил, пивка купил, билет купил. Еще одна спасенная душа, ребят. Спасибо, уважаемые подписчики. Что-то не меня зовут. Ну такой уже попахивает бомжатинкой от него. Не знаю. Ну там поезд фирменный с кондиционерами. Протухнуть не должен до Тамбовской области. Счастливого пути ему. Спасибо, уважаемые подписчики, что собрали на билет. Спасли еще одного грешника. Так, 8.14 отправление. Все, Федорович в вагоне. Счастливого пути. Больше нам здесь делать нечего. Казанский вокзал. Кто соскучился, ребята, подписчики, проживающие за границей. Ну, маленький обзор. Так. Теперь нам... Я, наверное, выйду на улицу. На улицу. На выход очередь. Ебутся лоси на покосе. Вот дурдом. Ну все, сделали мы доброе дело, хотя мне не до отдыха, ребята, но сегодня, сейчас позвонила мне наши друзья, подписчики, Юля, Владимир, у них юбилей совместной жизни 5 лет, вот, и они меня пригласили куда-то на водоем, в Быстру, сейчас вот я зайду, попросили купить меня
вкусняшек, зайду куплю и еду на такси, короче, так скажем, отдохнуть. Ну, мне не до отдыха, надо ехать домой к отцу, жду бабки с Ютуба. Не знаю, что-то произошло там, сейчас буду разбираться по дороге. Не до отдыха, но поздравить людей надо. Они сделали очень много добра. Юлия, Владимир, желаю вам крепкого союза, успехов в бизнесе, всего самого наилучшего.